Челябинец погиб, сказав бомжу, что переспал с его подругой. Бездомный проломил ему голову топором. Как все случилось, попыталась узнать Оксана Кравцова. Да, Андрей, все случилось в частном секторе. В одном из домов проходила вечеринка. 40-летний хозяин выпил и решил рассказать своему бездомному гостю о том, что переспал с его возлюбленной. Тогда бродяга впал в ярость, схватил топор и нанес удар приятелю по голове. Последний получил открытую черепно-мозговую травму и скончался на месте. А ревнивец лег спать в доме мертвеца на утро, когда проснулся, осознал, что натворил, и попытался избавиться от трупа. Он закатал погибшего в ковер, вынес и спрятал недалеко от дома в траве. Но тело очень быстро нашли. Полиция поймала трех гостей. Один из них признался в убийстве. Сейчас его официально задержали. Кстати, ранее мужчина был судим. Из 57 лет своей жизни больше половины он провел в местах не столь отдаленных. Известно, его судили за изнасилование и причинение тяжких телесных повреждений. Оксана Кравцова, Владимир Котегов, 31 канал.